так, энергопрактики проходят трансформации. Я сейчас час, наверное, полежал на земле в позе мертвого, да? Сейчас немножко умылся ледяной водой, постоял в ней, чтобы трансформация не проходила несколько дней. Ее надо пройти за день, то есть это нужно принять, эту трансформацию, эту боль в голове, непонятное состояние в теле. Просто принять, благодарить, то, что оно происходит. И она быстро очищается и уходит. Быстрее идет перерождение. Тут грибочки есть.